А теперь давайте заправим наш картридж. И сыпем лучком. Скорее бы сготовилась. Ням-ням-ням. После того, как мы прочистили канализационные трубы, собирать мы их будем теперь на силикон. Готовим шашлычок, начиная с углей и маринада и заканчивая готовым продуктом. Ура! Подошва жесткая, а придется делать потайной шов. Давайте посмотрим, как это делается. А длинный перец или индонезийский перец перед применением мы сначала немножко раздавим и измельчим, потому что он очень острый. Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу два способа для ремонта пластикового окна, если оно поддувает. Такой запах на видео не передашь. Это просто супер! А чтобы не пропустить очередное видео, не забывайте подписаться на канал «То, что нужно знать каждому».